Так, всем добрый день. Вот залез в свой лес и обнаружил новые персики. Так, это у нас дальневосточные селекции Бродского. Названия нету их. Вот такие вот красавцы висят. Поспевают уже. Вот они. Вот такие вот они у нас. Вот такие персики. Если, вот еще он висят. Вот если сравнить с яблоком, это у нас получается. Сейчас посмотрим, какое название. Джойс. Вот это Джойс. Если сравнить Джойсом с яблоком. Вот такие вот персички. Да. Так. Получается, вот один сорвал. Вот такого размера. Взвешиваем его. Если сравнить с яблоком, вот такой размер. Ну вот. Эти персики были неукрываемые, поэтому на них как бы урожай небольшой. Ну вот. Тут сколько у нас? Штук 10 персиков в этом году. Там у нас яблочки сыпется, лимонка. Здесь вот еще у нас поспевает. Это у нас Джойс поспевает. Здесь у нас Норрис. Это вот дикий сад. Вот еще одни. Вот такие вот у нас персики. Ну, на этом все. Видео снял. Вот так вот. Всем желаю здравия.